Всем, кто сейчас смотрит канал Уральская усадьба, привет! Сегодня мы расскажем о теплице Капля шириной 3 метра, длиной 6 метров. Сегодня 14 апреля 2017 года. Построили теплицу Капля 3 на 6. С одного торца у нас установлена разрезная дверь-форточка. С другого торца просто форточка. Сам каркас сделан из трубы 20 на 20, полимерно-порошковая окраска, светло-серый цвет. Конструкция установлена на брус 100 на 100, брус пропитан антисептиком. Поликарбонат мы использовали 4 мм, 0,72 плотность. Далее в теплице установлен один форточный блок с ручным управлением и система подвязки, которая сделана из трубы 20 на 20, прикручена к усилителю. По две трубы на каждую сторону. Ну вот на этом, пожалуй, и все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите комментарии. Всем пока!